Всем привет, друзья! Продолжаем играть. Продолжаем играть в БФА за нашего охотника. Итак, мы в Могамбале. Да. Где в прошлый раз остановились? Берем заданица. С альянсом! Точнее, сдаем. Трэмблейд со своими дурачками из Альянса собралась нас перехитрить. Самонадеянность ее погубит. Вперед к Могамбале. Приветствую тебя в гильдии дуэлянтов, Робин Гуд. Покончим с этим. Трэмблейд со своими... Так, это мы читали. Призыв к оружию, Зулдазар. Разведчики сообщают о возросшей активности Альянса в Зулдазаре. Отправляйся туда и уничтожь противника. Что ты дашь? Награда Интенданта. Третий сезон Battle for Azeroth становится персональным при получении. Требуется 120 уровень. Можно обменять на трофей военачальника у маршала Габриэля в доке корпорации Эшвейнов или у Зандера Зильбермана в Могамбале. Сундук со снаряжением претендента. Уровень предмета 360. Призыв к оружию, говоришь. Ну, возьмем. Разведчики сообщают о возросшей активности Альянса в Зулдазаре. Так, и у нас еще одно задание. Гильдия дуэлянтов. Я знал, эльф крови, что твой путь приведет тебя в гильдию дуэлянтов. Когда ты устанешь от войны, поговори с Растарским стражем, чтобы принять участие в бойне. Сделаем больно. Так, я не совсем понимаю, что за гильдия дуэлянтов. Ну да ладно, сейчас будем выяснять. Что тебе нужно? Огненный крик, Центурион. Много кого из Альянса встретил эльф крови. Мы получаем донесение о том, что здесь, в Зандаларе, все больше и больше альянсовцев. Не забывай, что это война. Покажи, на что ты способен. Иди и убей как можно больше врагов. За Орду. Сеть стрел 5000. Угу. Возвращайся с победой. Короче, это на ПВП или куда, я не понял. Сундуки какие-то стоят. С кем поговорить? Начальник тыловой службы еще у нас тут стоит. Так, где эти задания? Покажи, чего стоишь, убитые игроков, Альянс. Так, это понятно. Призыв к оружию. Зулдазар. Я бы с радостью уничтожил бы силы Альянса в Зулдазаре, если бы знал, чё куда, почём. Блин, у меня ещё панелька вот эта вот нижняя почему-то не свернулась. Не могу выбрать. Давайте интерфейс немножко увеличим. Так, а где его увеличивать? Шкала разрешения, это понятно. Масштаб интерфейса. Ой, не, не такой. Вот такой. Коллекции, что-то в коллекциях.
Мергает. Наборы. А, ясно. Да уж. С наборами туговато. Ни одного нету. То есть один есть, но это не считается. О, вот. Прикольная фигня. Так. Поиск группы. Наверное, здесь. Это, видимо, ПВП какой-то. Я так полагаю. Есть тут Зулдазар? Я сейчас выяснять не буду, я пойду другие задания делать, если не пойму, куда и что. Рейтинговые. 10 на 10, вау. Что у нас там за награда? Норовистый боевой Василиск, вот так вот. Заранее собранная группа, ладно. Так, короче, я так понимаю, что нифига не... нифига не понимаю. Так, эпохально. А чё бы, кстати, на ПВП не стать, ребят? Чисто будем ждать. Случайные эпические поля боя. Сразитесь с противоборствующей фракцией на огромном поле боя. Для 40 игроков. О, класс. ...450. Давайте... ...встанем. И пойдем делать задание. А, вот, кстати. Пропавший укротитель... Совет Занчули. Талгрупп. Совет Занчули. Пошли к... Так, полетим лучше. Где у нас тут полетчик, ребята? Ты не полетчик. Слушаю. Так, короче, куда летим? Летим, очевидно, вот сюда. Дичука Зандалар. Дичука Зандалар? Окей. Так, солдат Орды. За убийство игроков Альянса вы получаете 6 дополнительных очков чести. Знать бы, где их убивать. Напишите в комментариях, где эти задания выполняются. Что за призыв к оружию? Карта, раздупляйся давай. Да, ребят, не забудьте подписаться, если не подписаны до сих пор. А то по-прежнему, по статистике, по аналитике, 80% моих зрителей и не подписаны. Как так? Плакать буду. Так, туда. Ай-яй-яй, придется падать. Это было больно. Это было больно. Это что за здание? Совет Занчули, где он у нас? Ну, здравствуй, голос Орды. Шпионы сообщают
о богохульных ритуалах, которые проводят в Занчуле, в священном храме. Король поручил Лоти и Раалу разобраться с ситуацией. Но эти двое все время грызутся между собой и не могут разобраться даже с собственными последователями. Нам нужен кто-то, кто стоит в стороне от их склок, но при этом не боится замарать руки. Встреча с боевым друидом Лоти в Сокала. Она ведет тебя в курс дела. Красиво у них тут, конечно, красиво. Вот такого бы маунта, знаете ли. И таких же размеров. Было бы прикольно. Боевой друид Лотти. Я служу гонку. Добро пожаловать в Занчул, Робин Гуд. Скоро ты ступишь на священную землю. Ты пришел вовремя, Робин Гуд. Мне не помешает помощь опытного чужеземца вроде тебя. Разведчики Язмы говорят, что среди нас есть сектанты. Король Растахан велел мне найти всех троллей, практикующих магию крови, и расправиться с ними. Возьми этот тотем, выследи тех, кто занимается магией крови, и очисти это священное место от их присутствия. А когда закончишь, передай верховному ведуну Раалу, пусть он снимается со своего места и поможет навести здесь порядок. Найдешь ведуна Раала на другом конце террасы. Передай ему от меня что-нибудь гадкое. Пожалуй, не стану. Сама передай. Когда здесь будет править Раал, он выдворит вас всех в лес, где вам самое место. Да. Склоки. Междуусобные какие-то. Но я вижу, до войны пока не дошло. А что это тут у нас... Армия готовится. Верховный прилад Рата. Воля Резана или Резана. Кто тут встрелся? А, паук какой-то. Паучок, паучок. Так, стоп, нужно сразу. Все ходишь хвостом за Лоти? Ха, оказывается, ты тупее, чем навозная муха. Не понял. Ну что, вниз нужно спускаться, чтобы открыть там полетчик? Не хочу. Что надо сделать? Кровавые сектанты убиты. А, нужно с ним поговорить. Слава Лоа перевоплощения. Делай что угодно, но не слушай лживые речи этих последователей Гонка. Они просто завидуют величию нашего Лоа Паку. Пусть Гонг не даст тебе сбиться с пути. Гонг научил всех троллей влиять на других Лоа, становясь друидами. И мы будем вечно ему благодарны. Да хранит класс. Тебя Паку. Паку. Паку, Паку. Занчульская послушница, может каким она... каким Лоа у тебя сделка? Нечего тебе здесь слушай, делать. Слушай, когда говорит Лоа... Так, я не понял, кого здесь убивать. Так, давайте это задание глянем. Запретные обряды. Призывает тотем Лоти, раскрывающий всех, кто использует магию крови в радиусе 20 метров.
понял. Ух ты ж, ёжик, я что-то... Давай-ка лучше по этому будем стрелять. Да блин, вот этого. Ассист по песику. Так, нормально. Блин, надо, конечно, поаккуратней. Не хочу я, так сказать, драться с большим количеством мудилок. Блин, куда же всунуть этот тотем, чтобы на меня не нападали в больших количествах. Давай еще раз тут отрыгнем. Они тут все, видишь ли, все скрытые говнюки. Так, еще четверых. Ну, воткнем здесь. Так. Так, еще двоих. Надеюсь, этих хватит. Какой-то паук. Они явно тут что-то скрывают. Чё, не ловится никто на живца? Все, готовы. Готовы, голубчики. Разобрались, так сказать, с любителями кровушки выпить. Они разве не знают, что кровушка вредна для здоровья? В ней очень много железа. Так. Верховный ведун Райл. Хочешь полетать с ящерами? Что? Эта гнусная ящеропоклонница смеет говорить, что я не выполняю свои обязанности? Да. Говорит. Дай-ка угадаю, Лотти велела тебе убивать всех троллей, от которых веет магия крови, да? Но это решит лишь малую часть проблемы. Понимаешь, магия крови – древнее знание. Наш народ начал поддаваться ее зову после того, как пали стены на северной границе. Пойдем совершим небольшой облет границ с
Назмиром. Именно оттуда исходят все эти дурные веяния. Так. Да. Шмоточки у меня получше будут. Выбирай, Ло, с умом. Облет границ будем с Назмиром делать. А где у нас Назмир-то? А, вот Назмир. Как говорит мой Ло, пригнись! Я верховный ведун Раал, один из совета Занчули и верховный жрец великой Лоа Паку, повелительницы ветров и покровительницы нашего флота. К службе готов. Как говорит мой Ло, Лоти слишком приземленная. Я смотрю на вещи с высоты полета птеродактиля. Птеродактиль. Ну давай, садимся. Как говорит мой Ло, я укажу лучшие места, порчи, а ты сбросишь выше на них сторожевые тотемы. Так, сторожевые тотемы. Сюда, что ли? Несколько лет назад по нам прошелся катаклизм. Северные врата пали, и толпы тогда-то мы и узнали на своей шкуре, что такое настоящая магия крови. Мне нравится эта драка. Наша защита слабеет. Тирекс против. Просила отправить больше войск. Король не послушал ее. Вот она и обратилась к Орде. Послушаем, короче, что он говорит. Это очень интересно. Каждую неделю все больше зандаларов, привлеченных магией крови, встает на сторону еретиков из Назмира. Так мы же уже с ними покончили, с этими еретиками. Полина. Не, мы пока не вступим в бой. Что-то изменилось. Я ощущаю источник большой силы где-то в Занчуле. Оставлю тебя с Лоти. Сообщи ей, что корни всех бед могут крыться в самом Занчуле. Окей. Высади меня быстрее. Я хочу на ПВПшечку сгонять. Ну что, в бой? Их! ПВПшник из меня, конечно, самый классный на серваке. Самый лучший. Так, задание берем. Кровь и гром! Дворфы вместе со своими союзниками вторглись в Альтракскую долину. Ты найдешь его в Дун-Балдаре на севере Альтракской долины. Убей его и возвращайся ко мне. Сарду! Так. Здравствуй. Я из Кормового утеса, эльф крови. Керн лично велел мне помочь клану Северных Волков в эти суровые времена. Но не будет тратить время. Убивай наших врагов и неси мне их кровь. Как только крови наберется достаточно, можешь будет начать ритуал призыва. Когда Полина не успел. Что ж робить? Она свалила куда-то. Так, да, надо прыгать. И пачкой гнать с пацанами. А чё это они быстрее меня ездят? Или мне кажется? Я впервые, кстати, в этой локации ПВПшной. Но мне нравится. Мне нравится, как мы толпой бежим. Что-то нужно сделать. А, захватывать их, короче, крепости, я так понимаю.
Ломать будем их полностью. Пе-пе-пе. Или застал. Чем они оббегают, так что быстрее? Ну, видимо, да. Тотку накинул. Эй, ребятки, а чё за заруба у вас без меня-то? Берем кого-нибудь на прицел. Это ж мы не человека убивали, а босса какого-то. Ой, промах. Эй, подождите меня, я с вами. Так. Капитан Балинда. Балинда кто-то? Каменный очаг. А что-то на лошадях можно бегать? Я что-то не смог. Так, садимся на скорпионыша нашего. Вперед, братцы. Там альянсовцы наши точки захватывают. Тут на время или как? Тут вообще нужно бить врага? Или нафиг не упало? О, альянс, 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 лови! Мне нужна цель. Есть! Замочили одного. Э, чё я в игре? Дайте мне прыгнуть. Так, я поеду за основной группой. Ай-яй-яй.
командир звена некий. Бегает туда-сюда. Так, я вижу, мы просто скручиваем их точки. Они выигрывают. А, не, мы выигрываем, мы же орда. О! Началось. Слишком далеко. У меня нет цели. Мне нужна цель. Нужно подойти ближе. Командир Морти. Давай, да, бьем его. Я немного не вкуриваю, кто здесь человек, кто здесь NPC. Не, все-таки интерфейс нужно поменьше сделать потом. Я его побольше сделал, чтобы мог хотя бы добраться до панелек. Так как у меня нижняя панель винды висит над игрой. Все, умирай. Так еще один. Так, откатывайся. Так, игроки. Это же игрок? Не, это смотрительница. Сначала нужно выбрать цель. Ой-ой-ой, ПВП, пацаны. Уйди от меня. Ломайте. Так, следующий. Там еще ПВП. Мы победили? Нет, мы проиграли. Как так? Очков чести плюс 310 зато. Ну, блин, мне понравилось. Правда, нужно понять, в чем цель. Что нам нужно было сделать. Ой. Так, ладно. Я и задание какое-то там забыл сдать, которое взял на этой аренке. Ну ладно. Если я его выполнил, конечно. Так, ну надо на ПВП почаще ходить, мало ли какую награду хорошую получим. Так, кстати, где это поиск группы? Случайные эпичные подземелья. Сияющий осколок Эзерита. И вероятность получения предмета 360 уровня. Так, хорошо, получено... почетные победы, 54. Что значит почетные? Ладно, давайте сдавать. Ло, здесь особенно сильные. Ох, значит тот кривоклыкий умник думает, что сможет переманить тебя на свою сторону, предложив с ним полетать. Так, 280, не имеет значения.
Я боевой друид Лоти, во мне сила гонка, Лоа перевоплощение и повелителя охоты. Я тоже состою в совете Занчули, но думаю, тебе уже это известно. Спор о птеродактилях. Внутренний двор Занчула заполонили птеродактили, обезумевшие от какого-то темного ритуала. Сюда стягиваются могущественные силы, и трудно сказать, кто или что за ними стоит. Мне нужно найти их источник, а ты пока воспользуйся силой гонка и призови на помощь его союзников в бою. Убей обезумевших птеродактилей. А когда закончишь, передай Раалу, чтобы лучше следил за своей стаей. Что-то не так? Это все, что сказал Раал? Его стая птеродактилей заполонила весь внутренний двор Занчула. Они совсем обезумели. Да-да-да. Прогони их, пока они не навредили себе или окружающим. Выбирай Лоа с умом. Птеродактиль. Птерошмактиль. Так. Подожди, что по заданию она мне там сказала? Меры пресечения, спор о птеродактилях. Так, это понятно. Где тут спор? А, убить их надо просто и все. Но она сказала призвать на помощь кого-то там. Разве нет? Так, мне нужно найти их источник, а ты пока воспользуйся силой гонка и призови на помощь его союзников в бою. Убей обезумевших птеродактилей. А когда закончишь, передай Раалу, чтобы лучше следил силой гонка. Как ею воспользоваться-то? Можешь мне объяснить? Ну ладно. Не можешь? Значит, не можешь. Ну, вроде и так. И без гонка спокойно разберемся. Лети. Летите, дракоши. Быстро он накидывается. Так, у нас здесь еще один дракоша. А, вот, дети гонка, они сами призывают себя. Молодцы. Давайте этого. Прицельный выстрел не расходует концентрации. Так, нам еще одного. Ну, давай сразу. Еще париться. Все. Еще 9 штучек.
Бегите, дракоши, бегите, спасайтесь. Мы, походу, на детский сад какой-то напали. Драконий детский сад. Убиваем тут вожатых. Или как там их называли? Все, ГГ. Так, подожди, здесь задание где-то. Что за оно? Секундочку. Как-то далековато, как по мне. Лучше не будем отвлекаться. Ой, стоп, стоп, стоп. О, нам сюда. Верховный ведун Раал. Небо, мои глаза. Я верховный ведун Раал, один из совета Занчули и верховный жрец великого Лоопаку. Да, мы с тобой об этом уже говорили. Спор о птеродактилях. У него птеродактиль на плече. Обязательно было столько убивать? Ну... Лети, не знаю. На крыльях ветра войны. Почему ты распугиваешь моих детенышей? Хорошо, я понимаю, что дела обстоят плохо, но она правда наделила тебя силой своего Лоа. Похоже, Лоти больше волнует набор союзников, чем угроза троллей крови. В храме за моей спиной три стража. Они хотели меня убить, стоило мне туда только зайти. Меня? Кто-то осквернил наших собственных стражей. Вот я хочу наделить тебя на время голосом моего Лоапаку, птеродактиля. Пусть он поможет тебе сокрушить оскверненных стражей. Пусть Паку выследит твоих врагов. Да, так. Срабатывает не чаще, чем раз в одну минуту. После убийства цели активируется эффект «Ветер Паку». Скорость повышена на 5%, скорость передвижения на 25%. Нормально. Нормально. Чё это они тут колдуют? Страж гробниц. Так, ну что, приступим. Ах, вы недобитки проклятые. На змире с вами не разобрался, что ли? Так, иди сюда, красавчик. Ну и где твой Лоа? Где этот ветер? Это он, что ли? Твою мать! Добивай его! Ай, уходим! Уходим! Это было больно. Ну, не так уж больно, но достаточно больно. Чё, забаговался, что ли? Баганул маленько. Так, 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 так. Где-то здесь был виден сундук. Да, у меня явно глюки.
давай, по очереди каждого. Так, и эту убьем на всякий случай. А то опять сагры случайно. Ну, здравствуй, страж. Начинаем. Готов. В этот раз скелеты не напали. Почему-то. Так, где-то здесь заныкали. Сундук, не? Не здесь. Не вижу. Черт его знает. Вроде как. Наверное, есть еще этаж. Привет. Чё гуляешь тут? Ходишь, бродишь. Пёсик за мной. Пёсик. Пёсики. Так, я, короче, не понял, где эта хрень находится. Сундучок бы пригодился. Ой, сагрели. Эй. Твою мать. Что это за духи? Идет такая на меня, ничего не боится. Не понял, где это? Где это? Наверное, там. Раал и Лоти. А как вы тут оказались? Никого при этом не убив. Видимо, на драконах прилетели на своих. Все хуже, чем мы думали. Отличные новости. Мы обнаружили источник порчи. Плохие новости. Им оказался ритуал, проводимый на вершине Занчула. Еретики, что владеют магией крови, собираются наполнить энергией какого-то тролля Громилу. Думаю, мы с Раалом еще целый год будем гадать, как ему удалось забраться на самую вершину без нашего ведома. Давай положим конец этой ереси. Так, ну... Дай волю своей дикости. Дроп мне от них не нужен, кстати. Что мне за шмотки-то? В принципе, еще вот наплечники заменить, да? Б.
было бы неплохо. Так, нам куда, туда? Похоже, туда. Дратути. Что они пытаются сделать с этим бригадой? В атаку! Так, песик, давай-ка вперед, атакуй. Еще встал. Даже говорить о ней, я все еще злюсь. А, они, у них, наверное, отношения, я все понял. Они, наверное, вместе. Вот в чем дело, вот почему они друг друга ненавидят. Что заставило тебя выбрать этот облик? Теперь еще придется отмывать мой храм от крови. Ну уж извини. Что за дубинка-то? Лук мне нафиг не упал. Да, возьмем дубинку. Хотя нафиг она мне. А лук какой? Выглядит так же. Да. Берем чего угодно. Слушай, все это уже долго тянется, Робин Гуд. Я не то чтобы обижаюсь, но все же не могу позволить тебе использовать силы и Лоа Раала, и моего Лоа. Пора уже выбрать кого-то одного. Лоа не любят делить почитателей. Никогонг, могучий Лоа охоты и мастер перевоплощения. Его тотемы в городе придадут тебе ускорение, если ты окажешься рядом с ними. Если ты любишь летать, навести Паку, повелительницу ветров, ее тотемы быстро перенесут тебя по воздуху в любую точку города. Думаю, бегать лучше, мне кажется. Лоа здесь особенно сильные. И я хочу выбрать другого Лоа. Какого? Выбор стороны. Никогда. Дожди. Не теряй след врага. А, понял, это на этих надо нажать. Блин, ну летать, конечно, было бы прикольно. Хоть и по городу только. Ладно, берем. Бегунка. Что заставило тебя выбрать этот облик? Так, выбор стороны. Выбор сделан. Чудесно! Разумный выбор. Залезай, поедем к твоему новому покровителю. Гонка, можно идти в его логове в саду Лоа, к западу отсюда. По пути туда ты увидишь его тотемы. Пробежав рядом с ними, ты станешь двигаться быстрее. А я продолжу очищать этот храм от еретиков. Веди себя хорошо в присутствии Лоа, не то он порвет тебе глотку. Никогда не приручай зверя внутри себя. Никогда не приручу. Так, ну чё, дальше куда? Сюда, что ли? Талгруп какой-нибудь. Заключите сделку с Гонком. А, мне нужно с ним сделку еще заключить. Гоняют меня тут. Ну тут уже опасно прыгать. Твою мать. Да что летишь-то? Не
Не нападай, пожалуйста. Спасибо. Ладно, буду. Ай! Живой. Так, спускаемся. Сейчас заключим сделочку. Ой, да ты задрала. Ну зачем же ты нападаешь? Живи себе спокойно. Так, все. Погнали. Стоп, секунду. А можно как-то переместить, чтобы я понял, с какой стороны лучше заходить? Тут, в принципе, можно миновать. Да. Поехали. Сейчас уже будем потихоньку сворачиваться. Сдадим это задание. Только я не понял, зачем нам сюда гонка. Где это заключение сделки? Ясно. Гонка — это лова, как я понял. Ну ладно, поехали, заключим сделку с дьяволом, то есть с гонком. Так, мы совсем рядышком где-то. Ну здравствуй. Я мастер перевоплощения. Вижу в моем логове гость, причем охотник. Скажи, эльф крови, ты здесь за тем, чтобы заключить сделку? Когда-то я разрешил моим последователям поклоняться также и другим лоа. Но если ты хочешь заслужить мое благословение, тебе нужно будет показать мою силу всему Зулдазару. Я благословляю тебя, если ты вернешься на ступени Дазара Лора и возведешь в мою честь алтарь достойный богов. Сделай это, и я приму тебя в свою стаю. Таковы мои условия. Я принимаю условия. Да не учуют тебя враги. Дазара Лор. Гонг повелитель. Ясненько. Так, поехали, откроем здесь полетчика. И, видимо, нам наверх куда-то. И что ты тут делаешь? Заданий здесь не видно. Что тебе нужно от Зандаларов? От Зандаларов мне нужно ничего, кроме союзничества с Ордой. Правильно я говорю? Правильно. Так. Хорошо. Кстати, напишите в комментариях, где эти очки чести можно потратить здесь, на Офе. А то выяснять впадлу. За эти очки же можно какие-то шмотки там покупать, или типа того. Напишите в комментариях, плиз. И где это можно сделать.
Здрасте. А ты что хочешь, егерь Килджа? Ясно. Ускорение. Сейчас поставим ему памятник. Боевой друг. Не сдерживай в себе. О, отлично. Он не перегрыз тебе глотку. Это добрый знак. Теперь давай покажем всем, какого лоа ты выбрал. Теперь, когда ты выбрал себе лоа-покровителя на время пребывания в Зулдазаре, тебе следует оповестить о своем решении короля. Он одобрит твой выбор следовать могучему гонку. Застаю! Да. Тут статуя появилась. И эту статую вижу, наверное, только я. Да? Ну и те, кто выбрал то же самое. Давайте поднимемся к королю. Доложим. Да уж, туда-сюда, туда-сюда. Заставляют бегать. Ох, лук красивый какой. Ваше Величество. Хорошо быть. А, ты выбрал путь гонка. Да раскроет лоа следы всех твоих врагов. Но лично я следую по пути Резана, королевского лоа Дьявозавра. Правда, мы с ним не разговаривали уже много лет. Быть может, мне стоит навестить его в ближайшее время. Пусть Резан дарует тебе силу. Плюс 125 силы артефакта. Спасибо. Спасибо. Кстати, я не могу его улучшить там. Шмот какой-нибудь. Не. Требуется 17 уровень сердца Азерот. А где посмотреть, какой у меня там уровень этого сердца? 15-й. 15-й. Ну и ладушки. Ну все, закончим здесь эту серию. Песик, стань нормально. В кадр вернись, спасибо. Что ж, друзья, получилась такая у нас длинная серия. И квестики повыполняли, и на PvP сходили. Чего вам еще надо, ребят? Ставьте лайк, обязательно. Что это, запасной капюшон темного следопыта? А, ну понятно. Так что, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписали. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.